Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film DB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Прислуга» 2011 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Джанго освобожденный» 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Невидимая сторона 2009 года. Благополучная белая семья берет к себе толстого, неграмотного, бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет. «Писатели свободы» 2006 года. Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями. «Столкновение» 2004 года. «Законы преступления», «Порядок и беспредел», «Защитник и жертва», «Неизбежное противостояние и столкновение», «Полицейские порядок», «Законопослушные граждане», «Закон». Но все ли граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают законы? И всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрываясь значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников превращаются в изощренных насильников. «Время убивать» 1996 года. Зверски изнасилована 10-летняя девочка. Отец девочки расстреливает подонков. Ему грозит газовая камера. Сможет ли блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела, добиться признания невиновности своего клиента? «Унесенные ветром» 1939 года. Могучие ветры гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О'Хара, когда привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле, испытание и лишение становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!